Добрый день, дорогие друзья! Рада вас всех приветствовать на своем канале. Зовут меня Лиана. Сегодня я хочу вам предложить скидки на бижутерию класса люкс. Давайте потихонечку начну я вам показывать, что я для вас приготовила, на что я могу сделать скидочки. Вот на такие украшения красивые будет сегодня скидочка 20%. Вот такой вот комплект. Очаровательный. Цена этого комплекта 1400. Они идут с браслетом. Вот такое вот колье. Тут у меня бюст. Я буду так по возможности вам показывать и на бюсте, и на руке. Вот так, чтобы вам всем было видно. Свет вроде бы хороший. Фокус есть. Вот так вот. В общем, я вот так тихонечко буду откладывать. Это будет цена 1400. Вот еще есть 1400. Да, тут еще вот и характеристика. Тут у нас будет гранат, жемчуг, кварц. Вот этот вот комплект, он немножечко потемнее. Камни другие, поэтому вот и цветовое такое решение другое. Вот так вот. Дальше смотрим. Вот еще есть комплекты. Вот такой вот интересный 1200. Тут у нас какие камни. Здесь розовый кварц. Вот эти вот розовый кварц крупные. И вот здесь вот он тоже присутствует, только разного цвета, оттенков. Ярче есть, вот даже с коричневым таким вот отливом. Розовый, белый. Это все розовый кварц. Жемчуг идет вот речной, вот этот беленький. И вот такой вот еще барочный. И кристаллы. Вот эти вот кристаллы. Вот они, видите, такие беленькие, в гранях, граненые. Вот такая вот красота, среднего размера. Сейчас я вам еще скажу, тут у нас будет комплект еще с серьгами. Тут еще вот такие серьги будут. Так, вот этот комплект, я сказала, 1200. Немножечко запуталась, бывает уж у сережек такое бывает. Вот. И минус 20% сегодня вот такие вот скидочки. Так, вот такой же еще есть один комплект похожий. Давайте посмотрим характеристику. Оникс. Это вот оникс такой вот светлый. Не зеленый, а больше даже к желтому. Жемчуг идет и кварц. Вот жемчуг и вот кварц. Кварцы тут уж написали, так я вот всю характеристику переписала вот на эту бирочку. Кварц это вот имеется в виду хрустальные бусинки, вот такие вот, стекло уж, да, будем говорить, под стекло. Вот такие вот серьги. Так, тут у меня волосок какой-то. Вот так вот. Вот такая красота. Вот на это у нас сегодня скидочки. Еще есть комплект вот такой очаровательный, интересный очень. Тут у нас идет жемчуг Майорка. Вот как написано на бирочке было, я все переписала, девушки. Вот агат. Агат такой вот тоже в гранях весь, удлиненный, бочонки очень красивые. И тигровый глаз. Такой комплект 1400 минус 20%. Тигровый глаз такой вот тоже. Это барочный жемчуг, тигровый глаз, агат черный. Такая вот красота. Замочек тогл. А нет, не тогл, извините. Замочек обычный, просто он такой крупный. Видите, такой вот как ювелирный хороший такой замочек. И вот еще браслетик. Тоже здесь замочек такой присутствует. Сейчас, да, вот тут как будто бы перекрутилось. Вот так вот. Вот такой вот комплект чудесный. Дальше посмотрим, что есть. Из комплектов, наверное, может быть, уже нет. Ну, тут не обязательно. Давайте посмотрим вот на это украшение. Это перламутр и агаты. Два ряда. Такие вот монеточки. Сейчас я для сравнения пятачок. Вот такой вот. Даже больше пятачка. Вот такой перламутр фиолетового. Такого бордово-фиолетовый какой-то цвет. Я до сих пор еще не могу его понять, какой это цвет. Очень интересно. Давайте посмотрим, что тут.
Тут у нас агат. Вот эти вот агаты идут, вот темненькие. Видите, тут вот такой вот ряд. Перламутр, ну вот понятно, да, вот эти пятачки. И кристаллы. Вот, видите, вот такие вот кристаллики. Удлинительная еще цепочка есть. Цена 1000 рублей. Длина изделия 50 сантиметров. 1000 рублей вот такое вот изделие, минус 20%. Вот такая красота. Так, дальше посмотрим, что тут у нас есть. По порядку, что вот... Они у меня давно... Вот замочек тогл. Я вот с этим, наверное, спутала. Эти украшения у меня давно. Я их показываю вам, девушки, давно. Но вот решила сделать на них уже скидочки. Агат. Тут у нас агат проходит вот такой вот. Как... Видите, они как... Вот как их называют? Я забыла. Каркелюр, да. Вот видите, такой вот эффект интересный. Каркелюр, да, как будто треснутые вот такие они немного. Агат и кварц здесь. 1500. Вот такое вот украшение. Собраны на цепи, на цепочке и вот на пинах. Вот так вот они собраны. И получилась вот такая гроздь. Агаты и кварц. Ну, кристаллы, да, будем говорить. Вот голубенькие вот такие вот кристаллы. 1500 минус... 20% сегодня. Так, вот такое еще украшение. Тоже так же, такая же цена. Тут у нас проходит... Не знаю, сейчас посмотрим. Его по-разному... Да, вот тут написано лазурит. Но его еще, говорят, садолит. Вот он лазурит, очень похож на садолит. Поэтому я вот написала так, как было на бирочке. Но кто-то мне написал, что вот это украшение похоже на садолит. Так, тут какой-то волосочек тоже прошел. Вот такое вот интересное украшение. Красивое, синее, богатое такое. Напоминаю, девушки, 1500. Вот такое вот синенькое, красивое. Так, вот такое тоже интересное украшение. Давайте посмотрим характеристику, описание. Так, тут у нас агат, аметист, жемчуг. Вот агаты такие вот сиреневые, под аметисты. Жемчуг. Ой, подождите, тут и есть ведь. Агат, аметист, жемчуг. Да. Жемчуг мы видим. Кварц, да? Вот кварц вот такие с эффектом Аврора Бореалис. И такие вот еще рыженькие, коньячные, такой цвет. И вот агаты. Очень красивые. И вот аметисты, вот они, аметисты. Вот эти агаты крупные, а вот аметисты такие вот еще внутри. Давайте еще раз рассмотрим. Вот они, крошечка. Это крошка, да, галтовка. Вот, сейчас вот только через камеру разглядела, уже забывается. Собранная на шнурочек, шнурочек такой, ну, бархатная ленточка даже, будем говорить, не шнурок, а бархатная лента. Любой длины можете себе сделать, кому как удобно. Собранная на кольцах. Вот такое вот украшение. Цена, давайте посмотрим, 1300 рублей минус 20%. Ну, повторяться уж не буду. Это уж понятно, что сегодня на все 20%. Так, еще посмотрим. Вот такие бусы. Это жемчуг. 40 сантиметров, по-моему, я вот помню. Но вот тут вот не обозначено. Вот такие вот. Так, вот даже вот видите, как близко я вам показываю. Смотрите, девушки, и розовый отлив. И такой немножечко потемнее. Все так хорошо видно. Вот как в жизни, так и вот, как говорится, здесь. Выбирайте, смотрите. Так, давайте посмотрим. Так, 1100 цена на магнитики замочек. Классика. Собраны они в шахматном порядке. Красивые бусы. Давайте вот так. Я хочу вот так расправить.
Ведь они так. С одной стороны, они такие вот гладенькие, как кабошончиком, да, идет, а вот эта вот нижняя сторона, ближе к телу, которая, она вот будет вот такая плоская. Ну, как кабошончики, будем говорить. Так, еще вот такой вот есть браслетик, раз мы жемчуг тут затронули. Ну, тут много состав, из чего есть жемчуг, где есть жемчуг в украшениях. Сейчас еще покажу. Вот это вот украшение, браслетик в три ряда, собраны на мемори проволоку, 900 рублей, минус 20%. Очень красивые, трехрядные, хорошенькие бусы. Да, ой, браслетик. Смотрю на бусы, говорю, браслетик. Так, это не бусы тоже, это колье. Тоже я часто вам их, это украшение показывала. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас написано. Тут у нас жемчуг. Вот он везде преобладает, речной жемчуг. Бирюза, цена 1300 рублей. Бирюза вот такая, девушки. Конечно, понятно, что это прессованная бирюза. Ну, по крайней мере, это бирюза. И еще тут еще вот такие кварц. Из кварца такие вот еще бусинки. И вот такие вот деталечки из жемчуга. Такая вот красота. Длина хорошая. Насколько я помню, где-то метр она, наверное. Примерно, да, примерно метр. И вот такие вот ювелирные. Из ювелирного сплава детальки такие в серебряном тоне. Вот такие вот шарики. Ну, вот так вот. Дальше. Голубенькое посмотрим. Вот такое вот есть украшение. Тоже сейчас. Тут в золотом тоне уже фурнитура. 80 сантиметров. Тут два ряда, девушки. 80 сантиметров это самое длинное. Сейчас я вам объясню. 1500. Тут у нас что идет? Агат и кварц. Вот это вот агаты удлиненные, такие плоские, черного цвета. В золотом тоне фурнитура разделителя. И вот тут уж вот понятно, да, что вот эта вот нижняя вот эта часть, она будет 80 сантиметров. И тут еще вот такие вот красивые бусинки. Два поменьше размера, средняя, центральная, она немножечко побольше. Очень красивое украшение, достойное, модное, на любой наряд, девушки. Вот такого плана тоже сейчас я вам покажу. Вот такого тоже, но только тут у нас вместо тех агатов черных, тут у нас белые перламутровые диски. Сейчас посмотрим. Тут у нас перламутр, кристаллы. Кристаллы это вот голубые имеется в виду. 1600, два ряда, фурнитура в золотом тоне. Вот такая вот красота. Минус 20%. Так, еще в голубом тоне давайте посмотрим. Тут у нас бирюза и кварц. Тут уже фурнитура в серебряном тоне. Такие вот еще разделители. Вот такая вот бирюза. Но это, опять же, я повторяю, что бирюза прессованная, но она очень красивая и тоже прессованная, натуральная. И вот такие вот кристаллы. Это у нас кристаллы кварц. Вот такие вот, видите, в гранях, граненные. Вот покажу вам ближе. Вот такая бирюза. Вот это вот, это все вот бирюза. В такой вот форме. Вот тут вот еще крошечка. И вот в такой форме. То есть тут три, в трех формах, да, будем говорить, размерах. Такие вот как бочоночки, кругленькие, и вот еще галтовка, крошка, бирюза. Так, дальше что у нас? Вот такие бусы остались у нас. Тоже почему-то их не берут, но они очень красивые. Агат, 800 рублей, собраны на хлопковую ниточку через узелок. Вот такая красота. Разных расцветочек, голубые, такие бежевые, теплые, тут даже вот какой-то вот такой элемент, они все разные, это все натуральные камни, натуральный агат, девушки, вот такой, и он еще в гранях, он такой вот неровный бусинки, а такие в гранях. Так,
Дальше посмотрим. Вот такую вот еще осталось. Это маленький, меньший размер, 8 миллиметров. Агат, это цена 700 рублей. Те были по 800 рублей. Вот так вот. Такие вот красивые. Замочек в серебряном тоне. Такой ювелирный. Собраны тоже на ниточку через узелок. Такие разные все цвета, и розовый, и фиолетовый, бордовый, коричневый, голубой. Ну, тут прям гамма цветов. Вот такое украшение, бусы, очень красивые. Это барочный жемчуг, цена 1200 рублей, фурнитура в серебряном тоне. Вот такая красота, фиолетовый такой цвет, настоящий фиолетовый цвет. Камера передает цвет отлично. Не искажает. Вот такое украшение. Давайте посмотрим. Это искусственный жемчуг. Вот это вот искусственный жемчуг и кварц. Кварц это вот имеется в виду хрусталики. Вот такое вот. Оно какое-то асимметричное. Вот это тоже кварц. Они все в гранях. Вот эти все красивые в гранях. Сияют. Очень даже хорошо. На солнце прям обворожительно, с эффектом аврора бореалис. И вот тут вот искусственный жемчуг, маленькие размеры и побольше, тут наверное 10-12, тут вот восьмерочка, нет, это будет десятка, это наверное 12, а может даже и больше. Ну я не замеряла, это просто на глаз я вот вам говорю. Удлинительная цепочка еще есть, присутствует. Так, цену посмотрим. 1000 рублей минус 20%. Очень красивые, хорошие бусы. Так, еще что-то тут у меня немножечко тут есть. Вот такое вот украшение с узелочком. Вот тут вот такой узел. Очень такое креативное, интересное, модненькое украшение. Сейчас покажу ближе. Так, цена будет на них 1000 рублей. Так уж повернулась у нас бирочка. И сейчас скажу, тут у нас искусственный жемчуг и кварц. Вот это вот все искусственный жемчуг. Желтенький такой цвет, коричневый, беленькие и кварц, дымчатый кварц, белый кварц, очень и черный даже, да, вот тут три таких: дымчатый, белый, черный, очень красивые, стильные, приятные очень бусы. Тут сколько рядов у нас? Тут у нас, по-моему, 4 ряда, да, вот 4 ряда. Тут вот узелок центральный и ну, вот замочек в серебряном тоне. Удлинительной цепочки нет. Но кто хочет подлиннее сделать это украшение, можно сделать цепочку примерно 5-6 сантиметров, и будет удлинительная цепочка. Можете удлинять это украшение ниже сделать. Вот так. И еще есть у меня тут справа от меня на столе очень такое тоже модное, креативное одно украшение. Все давно лежит, и я не могу вам показать. Но оно такое, мне кажется, вообще дизайнерское и очень модное. Посмотрите, какая красота. Кому-то, может быть, на какие-то торжества. Посмотрите, сколько рядов. Такое чудо. Сейчас я вам пока вот так показываю, потом на руке покажу еще. Вот это вот меньше размер, больше, видите? И вот они каскадами так вот идут, вот волнами. Вот так вот. Вот такое вот интересное. Тут вот сколько рядов. Сейчас я вам покажу, какой тут вот замочек. Сколько рядов, давайте посмотрим. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядов, девушки. Какая красота. Я сейчас жду новую посылочку от этого поставщика. Будет еще много красоты. Обязательно вам покажу. Будут пусеты, придут ко мне пусеты хорошие из коралла, из бирюзы. Красивые в форме розочек. И такие вот еще и кругленькие вот обычные. Вот такие вот, наверное, будут пусетики из камней натуральных. И еще, наверное, колье будут. Разные колье тоже красивые заказала. Так что на следующей неделе еще с вами будем смотреть в этом выпуске еще красоту. Ну, вот такое вот богатство. Так.
Еще сегодня будут украшения на шею. Сейчас я быстренько пройдусь, чуть-чуть вот вам покажу пачку. Ну, это бусы, я хочу сказать. Давайте вот я вот их вот в руках держу. Долго не будем, просто я хочу сказать, что на них тоже будет сегодня 20% скидочка. Забирайте, девушки, все бусы. Все по хорошей цене. Изначальная цена вот 700. Это прессованная бирюза. Вот такая. Вот так. Сейчас быстренько пройдемся. Долго не будем на них. Тут буквально 5 минут вот на них я выделю. Так, вот тут вот 45 сантиметров. 900 рублей. Имитация опала. Вот такая красота тоже. Вы уже видели в предыдущих выпусках моих. Вот такая. Еще идет такие бусы. Тут 48 сантиметров, 900 рублей. Тигровый глаз. Такой вот красивый камень очень. С чудесной иризацией. Ну, это, наверное, то же самое. Что-то я тут прихватила. Ну, ладно, пусть уж будет. Тоже так же вот повторюсь. Тигровый глаз, 900 рублей. Вот две штуки осталось. Так, тут у нас что-то такое не очень дорогое. Это хрусталь, 45 сантиметров, 300 рублей. Так, вот тоже очень хорошее, интересное. Тут вот у нас что? Береза прессованная, 45 сантиметров, 700 рублей. Минус 20% вот на эти бусы. И еще вот тут у меня тут небольшая такая стопочка. Тут кораллы. Давайте кораллы посмотрим. Тут пару-тройку кораллов у меня. Так, тоже 20%, конечно. Тут у нас сегодня все 20%. Я начала сегодня просто с люкса, с бижутерии. А тут у нас уже все натуральные камни. Вот это вот украшение коралл бочонком идет. 1200 рублей, минус 20%. Оранжевый такой красивый цвет. Это тоже оранжевый цвет. Оно такое вот что-то художественное сделали. Есть такие удлиненные кораллы классика. И вот еще вот такие бочонки вставили. 900 рублей. У разных, видимо, поставщиков брала, поэтому цены разные. Те первые были 1200, эти 900. Это тоже 1200. Вот эти вот я, да, помню, что я... Да, это я вот помню, брала... У разных поставщиков, но вот это я помню цену. Коралл 46 сантиметров, 1200 рублей, минус 20%. Ну, вот уж 100 раз говорить не буду, все понятно. Так, и еще у меня тут быстренько сейчас пройдемся, как ее называют, янтарь. Давайте вот так вот тоже я вот соберу. Посмотрите, вот такой янтарь, это у нас... 800 рублей. Вот такой вот коротенький, не очень длинный. Не успела замерить, но я сейчас вам скажу. Линеечка рядом. Так. 20. Нет. Почему-то 36 сантиметров показывает. Но это, наверное, на тоненькую шею. Для девушки или для подростков. Может быть, что-то, мне кажется, может, даже детское. Так, янтарь. А, не сказала цену. Сейчас, дорогие мои. Сейчас скажу. Это будет 800. Да, сказала вначале только. Такие красивые расцветочки. Желтый, коньячный. Так, тут у нас идет... Сейчас скажу. Тут у нас 1200 цена. Тоже очень красивые цвета, все натуральные, легкие, красивые бусы из янтаря. Вот такой вот еще есть янтарь, крошка 6-7 миллиметров, даже характеристика, тоже 1200 рублей. Замочек, такой очень красивый солнечный цвет, медовый, красивый янтарь, через бисеринку собраны. Вот такой вот янтарь. И еще есть вот такой вот. Так, тут цена на них не очень дорогая. Они будут по 600 рублей. Вот такие вот необработанные. В желтом цвете один. И вот такой немножечко медовый. Крошечка такая. По 600 рублей, девушки. Да еще скидка. Забирайте. И вот тут еще что-то у меня. Я что-то прихватила. Это сердолик. 700 рублей.
Но я его почему-то схватила. Тут еще к нему будет, по-моему, у меня есть браслет. И серьги даже. Вот такой комплект. 700 рублей минус, девушки, 20%. Три украшения, то есть вот такой вот комплект будет. Бусы с удлинительной цепочкой, сердолик, браслетик, собранный на силиконовую ниточку, и грозди такие вот, серьги. Вот прихватила и не показала вам. Вот надо было мне еще там поискать. Ну ладно, вот в общем все, что есть, выбирайте, будьте поактивнее, подписывайтесь. Ставьте лайки, будет еще очень много интересного. Недельки через две, я вам обещаю, на этом канале, на моем канале, будут еще много новинок из серебра. Я жду такую относительно большую партию серебряных украшений. Будут серьги, кольца, ну и комплекты будут хорошие. Да, я обязательно вам все покажу. Но там цены немножечко другие будут. Но это... Поговорим об этом потом. Я просто вам делаю такой небольшой анонс. И еще придут вот такого плана бусы будут обязательно. Бусы будут. Люкс ко мне идет. Вот такой вот люкс идет. И еще серебро будет. Так что подписывайтесь, будьте активны, пишите, не стесняйтесь. Я всегда открытая для вас. Всегда иду на контакт, переписываюсь с вами с большим удовольствием со всеми. Пишите. Все мои телефоны под видео в инфобоксе. Всего вам самого доброго. До следующей недели. До свидания.